одеваем намордник и здороваемся. Друзья, привет! Мы в Нижнем Новгороде, и мы переснимаем обзор детской серии. Очень надеемся, что он у нас в этот раз не пропадет. Да, Дмитрий Юрьевич? Дима без микрофона. У него микрофон, села батарейка. Так, значит, работаем в следующем формате. Будем смотреть все, что есть в Икее для деток с рождения до года края полутора. То есть пока ребенок, ну, не научился, да, самостоятельно кушать и так далее. То есть для малышариков. Обзор по детским кроваткам и матрасам у нас есть отдельно, поэтому здесь кроватки мы показывать не будем. Мы будем смотреть именно допы. Постельки, какие-то тряпочки, уходовые штучки. В общем, все, что есть доп-сопутка у Икеи. Что может мама, которая готовится к рождению ребенка, здесь купить? Поехали. Так, Дим, я, наверное, думаю, надо показывать то, что есть в наличии на данный момент, или все подряд? Ну, давай все подряд. Просто, например, тут пеленальной постелки ли он нет, и нет давно. Возможно, у кого-то в городе она есть. А сразу скажу, старшей дочери было мало икеевского, мы тогда только еще начинали, а младшей было полностью все из Икеи, и я безумно довольна. То есть второе взросление ребенка прошло более комфортно, чем первое. Итак, пеленальная подстилка Лен, рисунок точечный, 90 на 70. Что она из себя представляет? Сверху такая трикотажная тряпочка, а внутри резиновая клееночка. Постелить можно куда угодно, нужна она для того, чтобы приводить малыша в порядок, переодевать, либо голышариком положить на диванчике поваляться. Дальше. На матрасник водоотталкивающий лен. Мне это не видно, куда ты снимаешь. 599 рублей. 70 на 100. Но я его не особо рекомендую, как на матрасник он мне не понравился, потому что в кроватку его неудобно загибать. Тут остается буквально по 5 сантиметров, и они не фиксируются под матрас. Плюс длину не все. Но она мне очень понравилась в качестве вот такой вот подстилки. Она, да, подороже, но здесь потолще сама вот эта прорезиненная часть. Дим. Потолще сама прорезиненная часть и поверхность, которую она закрывает, гораздо больше. Поэтому мы использовали в таком назначении. Ленарс на матрасник водоотталкивающий 699 рублей, выполнен в качестве натяжной простыни. Здесь как бы влагоудерживающий материал, но я от него не в восторге, на нем часто детки потеют. Поэтому лучше на матрасник посмотреть какой-то другой. У Икеи сейчас, честно, альтернативы достойной нет, чтобы вот прям хороший матрасник был. Мягкий бортик Ленарс 1299 в точечку 60 на 120. Чем фишка икеевских бортиков? Они все фиксируются матрасом, то есть в середину вы кладете сам матрасик, и бортики становятся как надо. Плюс завязочки это у всех стандартно, то есть нет вот этого, когда у нас обычные бортики из магазина, и вы их подтыкаете куда-то под матрас, они вываливаются, это выставляет дискомфорт ребенку, нет эстетики кроватки. Поэтому эти бортики рекомендую от души. Подзор на кроватку Ленарс 599 рублей, точечный. Сейчас я найду его в упаковке, чтобы было понимание у вас, как это дело выглядит. Это бортики. Вообще, представляете, что такое подзор, пока я ищу? То есть это такое обрамление кроватки. Дим, вот. Как раз бортики, да? Да, вот здесь как раз бортики. И здесь подзор. Ну, подзор для того, чтобы вот закрыть пространство. Закрыть позор. Ну, не знаю, мне не нравится это, но это как бы из царской России. Кровати украшали подзором. У бабушки в деревне, у прабабушки был подзор на большой кровати, чтобы все закрыть. Так, едем дальше. Очень классные простынки, трикотажные. Хорошо стираются, быстро сохнут. Комплект из двух штук 599 рублей. Лен. Значит, комплектации такие. Либо белые с розовой, либо две голубых, либо две белых. Вот по мне бы лучше были бы просто голубые, розовые и белые. Каждый брал то, что ему нужно. Ну, чтобы не было белого с розовым. А дальше. Очень классные тоже простынки Ленарс. Одна в точечку. Другая темно-серая. В луну. Тоже трикотаж и более плотный, чем у Лен, и более мягкий. Износостойкость очень классная. Клиентки все, которым рекомендуем в Саранске, очень им довольны. 699 рублей. Дефицит появляется редко. Дальше. Натяжная простынка для кроватки Эриод Хаке 60 на 120. Орнамент черника. Здесь просто хлопок. Стандартная классическая простынка. По-моему, 152 нити. Сейчас посмотрю, если где-то есть, найду.
Да, 152 ниточки, то есть такая средняя по плотности, как взрослая. А дальше подушка для детской кроватки за 239 рублей или он. Что она из себя представляет? 35 на 35, на подразмер как раз икеевской наволочки. Ну, вы понимаете, да, что деткам не рекомендуется до определенного времени спать на подушке. То есть подушка чисто такое номинальное значение имеет, ну, чтобы как выделить подушку. Все, мы спали без нее, обошли, ходились отлично. Одеялка в детскую кроватку Леон, 110 на 125. А ткань 65% полиэстер, 35% хлопка. А наполнитель 100% полиэстерное волокно. Оно простегано. Здесь смесь, да, хлопка, синтетика. Неплохое одеялко, хорошо служит. У нас оно отслужило полностью, потом мы его использовали по полу Алену вместе. Я одевала под одеяльник, на котором она не спала, и под этим, по этому одеялку она ползала. А наволочка на детскую кроватку. В комплекте продается их две штучки. Стоит всего 199 рублей. Обычные белые. Ну, если вы подушечку стелите, этих наволочек нужно быть побольше, потому что детки могут срыгнуть и прочие прелести. А дальше одеялка Ленаст 110 на 125, белый с серым. Здесь уже ткань лиоцел, хлопок, наполнитель лиоцел и полиэстер. Цена 1300. Разница все-таки в ощущениях. То есть синтетическая одеялка и из более натуральных материалов. Реранги, пододеяльник и наволочка. Для детской кроватки наволочка 35 на 55, как раз под икеевскую подушечку. И пододеяльничек 110 на 125. Тонкий хлопок, всего 104 нити здесь будет. Сделано, кстати, в Пакистане. Вообще, обращайте внимание, где сделана постель икеевская, потому что в последнее время 122 нити, не 104, ошиблась. Часто пошли жалобы на то, что криво-косо. Вот такое полотно. Ну, такие веселые зверушки. Дальше Рюранды. Комплект из трех предметов. Уже 152 ниточки, 1000 рублей. Здесь наволочка, пододеяльник и вот такая вот в желтую лимонку простынка. Вот она простынка. Кстати, когда мы снимали первый раз, когда у нас запоролся обзор, наличие было меньше. Видишь, как хорошо. Рёдхаки, пододеяльник, наволочка для кроватки. Господи, как за ним гонялись. А в прошлом году просто какой-то трэш был. Во-первых, здесь 305 нитей, оно очень плотное, очень-очень нежное. А 100% хлопок сделано в Китае. Вот одна из лучших грудничковых постелек. Поэтому безумно рекомендую. Здесь вот такие зайки. Наволочка сама белая, с одной стороны, с другой стороны рисунок. И на лицевой части две зайки, а пододеяльник весь в зайниках. Так, дальше. Гулс Парв. 999 рублей, сделано в Пакистане. Здесь красивая отделка, 205 нитей. То есть здесь вот белая часть, изнутри чисто белый. Наволочка белая вот с таким красивым кружевом. И сама постелька, такая вот эффект такой жатки, плюс вышивка. Смотрится очень красиво. А, так, вот этой пока постельки нет. Гусплай. Была еще розовая в ягодку, распродали ее. Здесь у нас 104 ниточки. Просто обычная тоненькая постелька. Рёдхаки. Плывущий мышонок называется. Комплект из трех предметов. 1300. 152 нити. Хлопковый. Пододеяльник и наволочка одинаковые. Там и там мышата. А простынка в такую точку. Простынки все натяжены. В общем, постельки детские, как и взрослые, в основном все без простыней. Имейте, пожалуйста, это в виду. Дальше. Рёранды вот такие фламинго. На замочке. Замочек потайной, скрыт. Дитё ножками не отцарапается. 152 ниточки. Ну, чисто девочковый комплект. Где? Вот тут, наверное, логичнее показать. А, наволочка. С двух сторон. С одной стороны она вот такая, как пододеяльник. С другой стороны вот такая. То есть крупный рисунок. А, в общем, оно как бы двухстороннее получается. Одна сторона бледно-розовая, другая ярко-розовая. То же самое с машинками. 152 нити, 699 рублей. А, с машинками. Одна сторона полосатая, другая машинки. Наволочка вся машинки. А Рюранды. Последний день по скидке. Но когда обзор уже выйдет, скидка закончится. А, комплект из трех предметов. Здесь хлопок плюс лиоцел 60 на 40 соотношение. А, наволочка и пододеяльник все вот в таком орнаменте. Замок скрытый. Простыня вот в такой цветок. Так, по постелям все. А дальше переходим к моим до дрожи любимым мешкам.
Нади у нас не было такого мешка, у Алены было. Значит, мешки делятся на два размера. Первый размер это... Где мешок маленький? Это 50-68, то есть с рождения месяцев до 2-3, в зависимости от того, как детка растет. А второй размер, это получается, ну, как бы на 6-18 месяцев, на самом деле редко кто так детки растут, в полуторагодовалого ребенка сюда вы не засунете, до года максимум. А в чем фишка данных мешков, да, спальный мешок? Значит, смотри, это редхаки синий с зайками, как раз большой размер, и редхаки черепашки маленький. То есть один желтый с черепашкой. Это все велюровое, очень красивое, аккуратно сделано. Замки все наружу. Ребенок не соприкасается. А у взрослого здесь уже, как бы, знаете, такая намек на талию, более большие проймы, а у маленького проймочки поменьше, то есть чтобы ребенка вообще никаких лишних телодвижений не было. Для чего вообще он нужен? Нужен он для того, чтобы дитё не выпрыгивало из одеялка. То есть у кого, например, дома жарко, детки возятся, не спят под одеялом. Чтоб не сбежал. Ну, я надеюсь, что мужчины не будут смотреть данный обзор, потому что он им вообще не актуален, от слова совсем. И очень удобно, если вы, например, вырубились, да, и вообще никак, вы точно знаете, что дитё у вас там упакованное в подгузники, никуда не стекает и голым не будет. Блин, Дим, ну извини, да, мамская жизнь, она вначале не шибко веселая. Да. И есть еще маленькие, от 0 до 6 месяцев, с кроликами. Вот он. С кроликами очень классно. Его можно подарить на подарок только родившей подружке, дополнив еще витаминками для кормящих от Siberian Wellness, чтобы было еще и результат, и было чем кормить. Вот. И... Вот нейтральным цветом, потому что не все мамы любят синие, розовые. У некоторых есть, допустим, я с Аленой ненавидела уже розовый цвет. Мне хватило с первым ребенком. Так, а дальше перинальная постилка. Мне бы, конечно, сначала... Давай перинальную постилку. Надо показать саму перинальную подстилку. Дальше непонятно. Пойдем, она вон туда. Зачем? А вот так можно? А сама подстилка? В общем, чуть позже мы вам покажем саму подстилку, это на нее чехол. Очень удобно, вы его сняли, постирали. Из тонкой махровой ткани, ну и вышивка. Не знаю, вышивка здесь чисто для красоты. Она такая жестковатая, об нее можно поцарапаться. Я такие вещи не люблю. 399 рублей. Есть еще варианты. Да, скет сам. Нет, тут даже не ягодки, какие-то зайки. Вот тоже зайки, ведра. 399 рублей. Но это к дополнению по постельному белью. Вот это не к постельному белью. Но это же все равно оно будет на перинальном столике лежать. Смотри, такие пошивочки. Ну да, стилистика, да, я с тобой согласна. Из той же коллекции, что и постельки. Но вообще это на перинальную подстилку, которая в перинальный стол кладется. Да. Дальше, одеялка детская Гусс-Парф 70 на 90, оно когда появилось, на Алене, наверное, было года 3, и мы его брали, в общем, просто укрывать ее. Нам оно очень понравилось, оно долго у нас жило, пока куда-то в бездну не кануло. Летом берут на выписку, то есть малышариков это заворачивают. А дальше детская одеялка Редхаки 80 на 100, 999 рублей, здесь вышивка такой милый зайка, пледик односторонний, то есть другая сторона. Тут уже видно все технические моменты, не завернете. Имейте это в виду, тоже берут заворачивать, укрывать и так далее. Одеялка детская Риоранде 80 на 100, зеленый крокодил. Она уже двухсторонняя, использовать можете как вам хочется. Хлопковая, очень приятная. Риоранде одеялка плед 999 рублей, 100% хлопок. 90 на 96. Уже можно стелить на пол, но на пол стелить я вам сейчас более интересный вариант покажу. Тоже двухсторонний, с одной стороны точечка. Дневной, да. Вот что можно стелить на пол. Редхаки. Одеяло, плед. Одна сторона вот такая, одна такая. Оно толстенькое. По сравнению со всеми другими, оно вот прям плотность почти сантиметр. Поэтому если ползать на полу, это оптимальный вариант. Тиелгивен. 85 на 115. 100% хлопок. 115 на 85. Ну, не знаю, тоненькая укрывашка. Мне она не очень нравится. Вот эти ниточки выдергиваются, появляются зацепки. Я не сильно рекомендую его, честно. Нет, хлопок. Как это? Сосиска, да? Муслиновый лоскут. Если видите, цапаете сразу. Это очень классные муслиновые пеленки. Эксплуатация обалденная. То есть тонкий хлопок специальной формы. Форму держит и в тряпочку не превращается, как обычная пеленка. Так, пойдем. Игрушки. Как уже Дима говорил, это единственная игрушка, которая его не раздражала и не раздражает. Музыкальная. Которую даже я сам могу услышать.
Это ремикс. Тихо. Ну, спокойный такой, да? Умиротворяющий. Если я сейчас захраплю, не ругаться. В общем, это музыкальная игрушка-гусеница. Дергайте за хвост, она вам поет песню. И дальше она обратно съеживается. Нет, тут просто частота звука очень правильно подобрана. Смотри, значит, все игрушки у Икеи безопасны. Почему я так спокойно говорю? Во-первых, нет никаких пластиковых элементов, нет никаких нашитых элементов. То есть любой элемент вышитый, либо это ткань. То есть если ребенок начнет даже муслякать, максимум отгрызет, ничего не случится. То есть полностью безопасно. Книжка-игрушка. У Аленки у нас такая была долго, мы ее любили, да, Дим? До последнего мы нашли. Да, 499 рублей. Здесь яблочко, листик шуршит. Ананасик прячется. Прическа. Настоятельно всем детям рекомендую. Да, прям очень классно. Зашли в Икею, знаете, есть знакомые маленькие ребеночки, да? Подарите. Подарите. Ощущение будет полной штаны. Пищит. Виноградик. Здесь листочки можно потеребонькать. И разные по тактильности ягодки. Груша с маленьким зеркальцем. Зеркальце безопасное, пластиковое. Шуршащий листочек. Бананчик отгибается. И арбузик отгибается. Очень классная тактильная книжка. Вот это тоже была наша любимая штука, только у нас был не зебр, а кролик. 299 рублей, мягкая игрушка. Надя у меня называла ее сплюшка-слюнявчик. И Алена с ней всегда вот в коляске вот так. Чуфанила. Да. При этом, опять же, она, да, полностью безопасна, из ткани и вышитые глазки. 300 рублей. А мобили у Икеи, они интересные, то есть они без звука, но при этом они полностью безопасны. И что мы сделали с мобилем после того, как Алена подросла? А мы все это отрезали и отдали ребенку играть. Ты тут? Я там. Сейчас по акции Клапа 350 рублей мобиль. Такой, ну, все, что связано, да, с небом. И вот такой мобиль Клапа желтый. Здесь у нас лягушка, какая-то груша, бабочка, божья корова, гусеница. Так, дальше есть еще очень классный мячик. А вот мячика-то нету. В общем, вот он. На данный момент его нет в наличии. Мячик весь из велюра. Велюр разной тактильности. И он еще и шумит. Так, ну давай тогда уже до конца пройдем, покажем еще, какие аксессуары пригодятся деткам. А, вот такой табурет детский, это уже ретро, классика у Икеи, да, то есть есть у Икеи, скажем так, есть идеальная ванночка, идеальный горшок, идеальная сидушка для унитаза, идеальный табуретик. Табуретик нужен, ну, когда уже ребенок начинает более-менее самостоятельно передвигаться где-то, да, почистить зубки и так далее. У нас до сих пор эта табуретка жива, и я могу даже встать, и Дима даже на нее может встать. Мне нравится, раз микрофон, нет, давай я тут поближе тебе встану. Давай. Не ищите подвоха в детском отделе, и вы его не найдете. Тут все хорошее и качественное. Идеальное. Даже вот смотри, пластик. Он неушибаемый. Я думаю, взрослые встают, и ничего не будет. Вот, взрослый дядя в желтой кофточке. Я еще расту. Да, ты растущий организм, требуешь кашки. А дальше, крамы, всеми любимые полотенчики, 30 на 30, 10 штучек в пачке, по 18,90 получается штучка. Хозяйки просто на кухню берут. То есть не факт, что, да, дома есть маленькие дети, просто берут для домашних нужд. А, проговорила уже про сиденье для унитаза, ребят, ну, лучше я не встречала. Мы покупали разные, да, Дмитрий Юрьевич? Дим кивает. Он путешествовал много раз уже. Угу. А его можно положить сверху, можно положить вовнутрь. У него антискользящий стоп, и он очень удобной формы. Мы пробовали разные, покупали в Ашане, покупали в Детском мире. Самая дорогая сидушка это была в районе 1000. Алена отказывалась ходить на горшок, но в унитаз проваливалась. И поэтому у нас была прям дилемма. И тут единственное, с чем мы подружились. Так, дальше. У Икеи классные полотенца. Заворачивать детитку. А разгон ценников от 600 до 1500. Давай быстро пробежимся. Полотенце с капюшоном. Ред Хаки. 60 на 125. 700 рублей. Хлопок. Хорошая махра. Такое нежненькое, тоненькое. Быстро высыхает. Классический уголок. Полотенце прямоугольное. А Риоранда. Полотенце с капюшоном. То есть здесь вот длинные хвосты. Можешь показать? Так, то есть вот ребенок. И вот это закидывается вот так. Ну да, ну правильно. Да. Вот, а это квадратненькое, когда вот так закидывается. Это наоборот. Это наоборот. Да, это как бы, ну это для малышариков. 80 на 80, 600 рублей. А дальше пойдет... Татьяна Павловна, я перебью. Вот это больше всего рациональное.
Для маленького, да. Да и для большого. Нет, а для взрослого неудобно. Здесь уже силы. Нет, вот это только, ребят, реально, только для маленького. То есть вот малышарик, вот ты его заворачиваешь. Большому уже некуда, не хватит. Но наша попа сверкает. Наша попа сверкает. А, Дим, появился. Может, купим мне динозавра? Давай. Сейчас покажем, что за динозавр. Мы хотим купить ребенку 1500. Ребенку нашему уже скоро будет 7 годиков. Смотрите, это на голову. Длиннющий хвост закрывает попу. У меня мама скоро жопу будет сверкать. Дай я после ванны сходить. Закрыла. В общем, 1500 стоит такое полотенце. Я нигде больше не встречала. Ну, это, когда детей не будет, в ролевые игры поиграем. Дракончик. Йотелик. 40 на 97. Все с вышивкой, красивое. Берем, пока свернем, но нам же снимать надо. Так, и еще смотри, дальше полотенце. Йотелик. Динозаврики и динозаврики. Разница только в рисунке. То есть они полностью одинаковые. 140 на 70, 140 на 70. Здесь хороший велюр сверху, внутри хлопковая махра. Но это уже полотенце для подростков, 70 на 140, со львом. Не знаю, что он здесь делает, но как бы не совсем в тело. Еще очень классная штука, подушка для кормления. Суть. Это для папани. Это для пап, но и для мам тоже. Не все мамы сиси кормят, да и даже если сиси, очень удобно положил ребенка, то есть не поднять, потому что низко обычно ребенок, чтобы не наклоняться, наоборот, ребенка поднять к себе. Стоит 2000 рублей. Давай покажем фотографию, а то люди, может, не могут понять, как это все происходит. Вот так. 60-50 на 18. Не надо было. Не надувной, там внутри. Я пытаюсь найти. Нет, очень хитро спрятано. Здесь нужна пилочка или скобочка, чтобы это расколупонькать. То есть, а нет, я смогла. Дим, иди сюда. То есть чехол съемный, можно постирать. А внутри с хорошим полиэстерным наполнителем подушка. Так, дальше. Для мужчин эти вещи непонятные, поймут только девочки. Полотенце 3 штуки. Редхаки 249 рублей, хлопковые. Ну, это из линейки с мышатами. Тут уже эстетизм. И еще очень классные полотенчики, тоже редхаки, точка черника. Сейчас вообще по акции 149 рублей. Очень-очень тоненький, быстро сохнет. Классно брать с собой в поликлинику, куда-то на прогулку. И его можно использовать вместо слюнявчика. То есть подтыкать сюда вот под одежку, в комбинезончик, например, не завязывая узел. 149 рублей, ну, ценник уже изменится скоро. А дальше. У Икеи очень классная детская посуда. Есть два варианта. Из обычного пластика и из... Сейчас умное слово скажу. Полиактида. Значит, из полиактида более дорогая линейка, но, во-первых, она более стойкая, и это более экологичная посуда. Значит, миска из двух штук 400 рублей стоит, одна зеленая, одна желтенькая, 14 сантиметров. А набор тарелок 2200, 4 штуки. А можно использовать, ну, как бы не только детям, да, но и взрослым. Это уже по вашему желанию. Кружка 2 штуки за 350 рублей. Кружки неубиваемые, можно и в дорогу, и в коляску, и куда угодно. А дальше набор из 4 тарелок темно-синего цвета за 1000 рублей. Ну, это уже честно подсунули из отдела посуды, потому что детская по факту вот раз, два. Это тоже из взрослого отдела подсунули, Тальрика из этой же линейки. Просто обычные базовые маленькие кружечки. Объем у них 250 мл. А дальше Хероиск, десертная тарелка, это тоже из взрослого отдела подсунули. Дим, ты тут? 500 рублей за две тарелки. А дальше едем. Вот такой контейнер, ланчбокс с маком. Отделений никаких нет, поэтому сильно много не наложите, иначе все перемешается. То есть какое-то что-то одно сюда можно положить. Ушки закрываются, получается такая веселая голова. 199 рублей, это опять же, когда вы не знаете, идете в гости, не знаете, что подарить местному детенышу, можно такой штучкой воспользоваться. Линейка Борья, только здесь не только Борья, а нет, только Борья, остальное все закончилось. Ложка 129 рублей, одна для мамы, другая для ребенка, то есть когда начинаете прикорм. Очень удобные, ложки безопасные. Дим, пойдем покажем.
длинная ложка, то есть это ложка для ребенка покороче, ручка побольше, черпачок, это для мамы как раз успевать в рот подпихивать. Mm-hmm. Поильник пользовались тоже безумно долго, пока Алена вот не сгрызла вот эту часть, но дальше мы просто ее отцепили, вытянули, и у нас получилась вот такая кружка. Кружка, по-моему, даже до сих пор где-то Дим таскается дома, да? А, она, в ней кто-то рисует красками в этой кружке. 99 рублей вот это должно быть у каждого. То есть, если когда нужно какой-то маленький подарок, малышарику подарить, вот, welcome. А, так, горшок пойдем покажем. Ванночку. Ванночки наконец-то появились. Let's Sam, 499 рублей. Ванночка внутри со стопором. И снаружи со стопором, то есть она не скользит по большой ванной. Мне даже после кесарева было удобно этой ванночкой пользоваться. Вниз я ставила гамачок, по-моему, Гёби покупала в детском мире на металлическом каркасике. И купали Алену. И очень долго ее купали, прям потом, до большого возраста она в ней потом уже просто сидела, плюхалась. Горшки. Ребят, это шикарный горшков я не встречала. Говорю с опытом, исходя из наличия двух детей. Даже дитё выросло из этой печки, да. Но она все равно... И им пользуется. Уж говорю, у тебя же не помешает ничего там. Помещается. Нет. Когда заняты туалеты, все помещается. 149 рублей дешевле. Вот она вот этот больше полюбила, чем белый. Белым мы пользовались, когда она поменьше была, и было удобно, а потом сейчас уже ей без разницы. А хотя белый, мне кажется, побольше смотрите, нет. Давай, белый побольше. Давай дальше. 149 рублей эти горшки часто берут в садик. В садик бабушкам, то есть недорого, плюс по сравнению... Иди сюда. Вот он. А вот по сравнению, например, с ашановским горшком или с горшком детского мира до 200 рублей, они меньше гнутся. Вот икеевский меньше гнется, крепче стоит на ногах. И самый классный горшок Локип, у него съемная чаша, можно все вылить, он высокий, хорошо поддерживает спину, и он не скользит. У него противоскользящий стопор, как у собачьих мисок. Проверено в дороге. Да, проверено даже в дороге. Так, а пойдем еще покажем кое-что. Я обещала показать пеленальную подстилку, что же это все-таки такое, может быть, возможно, да, не у каждого есть понимание, что это. Берем обычный пеленальный столик, хотите икеевский, хотите не икеевский. Я пользовалась вот таким столиком Снеглар, стоит он сейчас 3000, тогда, по-моему, он около в районе 2000 стоил, это было почти 7 лет назад мы его покупали. Значит, что такое пеленальная подстилка? Края у нее надувные, середина нет, просто мягкая, тут слой пенополиуретана. Когда ребенок маленький, вы надуваете края, одеваете этот вот чехольчик, чехольчик съемный, вам разные варианты показывали, ребенка как бы держит, да, ребенок никуда не скачет. Когда ребенок уже побольше, я за Аленой ухаживала, наверное, месяцев до 9 на этом столике, приводила их в порядок. Для меня это было спасением, потому что когда Надя родилась, тоже было кесарево, это делалось все на диване, очень неудобно. Здесь ты в бандаже со швом, а ребенок лежит у тебя на уровне живота, и то есть тебе удобно. И положить не надо, то есть низко наклоняться, что после, например, кто девочки после кесарева, это реально мука. Так, пойдем еще покажем классную штуку, потому что мне она прям вот очень от души нравится, я хочу, чтобы она была у каждого. У Икеи очень-очень хорошие одеялки. Детский коврик всего 3000, то есть это интереснее, чем вот эта вот фигня с дугой. 3000, детский коврик клапа, 114 на 114. Здесь у нас осьминог, у которого две лапы пищит, одна, иначе родитель сойдет с ума. Здесь у нас звезда, которую можно потеребонькать с солнышком. Здесь у нас краб. У краба стопудово тоже чего-нибудь шуршит, звенит. Вот тут хвостик рыбий. А в чем фишка одеяла? Вверх оно очень толстое. То есть его постелили на пол, и ребенок по нему ползает. Потому что, когда, например, росла Алена, как мы делали? Дим был в офисе, я работала дома. Я ей стелила просто одеяло на пол, да, Дим? И она ползала у меня под ногами, либо лежала. А здесь толстенькое одеяло, не нужно ничего придумывать. И ребенку есть чем поразвлечься. Одеялка классная, всего 3000 рублей. В принципе, все по детской... А, стульчики антилоп. Ну, этого... А это что такое? А мы его в новинках пропустили. Как так-то? Головаль, береза. 9500. Вставка столешница. 3500. Ребят, вы это... Ну, тут если деньги есть, берите. А так лучше антилоп, конечно. Нет, здесь, конечно, ступеньки. Дай-ка разберем. Здесь, конечно, ступеньки. Да, то есть если вот это... Нет, это... Вот, подожди. Вот эта часть... Иди сюда. Значит, столешница, к ней идет вот эта вот фиговистика, которая... То есть это стул два в одном. Здесь три положения, три регулировки, три высоты роста. То есть этот стульчик потом может стать вам альтернативой, например, того же ингольфа. Но ингольф стоит 3300, антилоп стоит 1300. 3300 и 1300, 4600. Короче, столешница превращается в стул. Да, столешница превращается в стул. Ну, не знаю, я лучше бы ингольф взяла и обычный антилоп. Да. Он за столько лет он просто ухайдакается. Извините, маленькие дети рисуют.
пишут, кушают и хикают, и все, что на свете. Поэтому, ну, не знаю. Мы выросли в антилопе с Аленой. Проблем не было, но он мне очень нравится. К антилопу есть сейчас подушечка. Тоже съемный чехол отдельно, резиновая подушка надувается отдельно. Удобно, когда ребенок мелкий, либо плохо сидит, для опоры. Подушка двухсторонняя. Антилоп сейчас стоит 1200, если не ошибаюсь. 1300 он сейчас стоит, но на 300 рублей подорожал. Я довольна этим столом. Ребенок у меня вырос. И у нас было два таких стола, потом которым благополучно кому-то еще и подарили. В принципе, по грудничкам все. Кроватки и матрасы вы можете посмотреть в обзоре, найти на канале, он у нас есть. Стандартно. Давай в уголок уйду, чтобы уж не перегораживать весь проход. Дима, раз без микрофона, я выполню его функцию. Лайк, дизлайк, подписка, отписка. Неадекватный комментарий. Вашего комментария. Обязательно, потому что комментарий меньше 4 слов YouTube не засчитывает. Засчитывает, но... Ну, не любит он их. Надо, чтобы было... А лучше просто пишите ваши эмоции. Да, в общем, и опыт. Очень интересно, девочки, кто реально, так как и я, пользовался икеевской серией, когда дитё росло. Возможно, у кого-то там, допустим, внуки росли, или продолжают, или на данный момент растут. Нам очень ценны ваши комментарии. Почему? Мы потом делимся опять же с вами, с подписчиками, делимся с нашими клиентами. Все. Делитесь видео, пожалуйста. Не жадничайте. Это будет ваша помощь нашему каналу. Развитию нашего канала. Да. Все.